Так, ребята, в магазине «Семи шагов» я обнаружил на акции рич-колу. Видите, руки все барсиками царапаны. Вот я ее ни разу не пробовал. Я про нее слышал, но не пробовал. И вот сейчас хочу сделать, ну, абзир, так скажем. Напиток безалкогольный, сильный газированный абзир кола рич. А делает-то кто? Россия, город Москва. Вот, ладно, я сейчас это продегустирую тут за обедом, за ужином вернее. И потом вам скажу, вкусно это или нет. Так, ну что, хочу я вам сказать. В принципе, это неплохой напиток, но, вы знаете, она какая-то без вкуса. Вот знаете, вот похоже на вкус обычной колы, только когда она уже выдохлась, ее вновь снова добавили газы. Ну, я скажу, что это прямо лучше, чем вот этот манки или фанки джанк, как тут кола есть. И вот сегодня, который я видел в Окее, тоже какая-то шляпная. В принципе, как вариант, выпить можно. То есть я не скажу, что это прям очень плохо. Но и чтоб вау-эффекта такого, ребят, нету.